Армия Ирака освободила от Икталь-Афар. Правительственные войска водрузили национальный флаг на старинную цитадель в центре Таль-Афара. Иракская армия отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство» ИК, центр города Таль-Афар, расположенного близ Мосула. Военнослужащие водрузили национальный флаг Ирака на османскую крепость Звивика, сообщило армейское командование в субботу, 26 августа. По данным военных, в Таль-Афаре остается еще несколько мест, контролируемых террористами. Большинство из них расположены на севере города. Наземная операция по освобождению Таль-Афара, остававшегося последним крупным городом в Ираке под контролем ИК, началось 20 августа. Еще недавно в городе с населением в 200 тысяч человек находились около 1 тысяча боевиков. Вместе с иракской армией в освобождении Таль-Афара участвуют шиитские ополченцы и бойцы курдских формирований Пешмерга. В середине августа ВВС Ирака приступили к бомбардировкам Таль-Афара, в ходе которых были уничтожены командные пункты и склады террористической группировки. Таль-Афар уже 3 года находится под контролем ИК. Он расположен в 70 километрах к западу от Мосула, освобожденного иракскими силами в начале июля 2017 года после продолжительных боев. Исламское государство стремительно теряет завоеванные ранее территории на севере и западе Ирака. Кроме Таль-Афара под контролем ИК остаются лишь город Хавия и часть провинции Анбар. Боевики также сдают позиции в соседней Сирии. По материалам сайта newsgra.com.